Президиум Академии народов мира «Элита» присвоил председателю межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Гадельбеку Шалахметову звание действительного члена этой организации. Столь почетной награды господин Шалахметов удостоен за его активную деятельность и заслуги, возглавляемой им телерадиокомпании, в вопросах информационного сближения народов Содружества независимых государств. Первым членом действительным и старейшином нашего клуба «Элита» есть господин Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации. Тоже есть и председатель Государственной Думы, господин Селезнев Геннадий, и многие другие ведущие люди. Не секрет, что с распадом бывшего Союза были нарушены не только экономические связи, но перестало существовать и единое информационное пространство. Воссоздать его ставит своей задачей межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Я бы сказал, чтобы лично был рад, чтобы было таких много ТВ-компаний, которые бы делали то, что вы делаете –